Эдуард Асадов. Россия начиналась не с мяча. Россия начиналась не с мяча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках, веселых только от труда, по добродушью, иногда не сразу, возмездие вздымалось, это да, но жажды крови не было ни разу. А коли верх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей, когда бы не усобицы князей, то как же ордам дали бы по мордам? Но только подлость радовалась зря, с богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить – вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною. Тому порокой озеро Чудское, река Неправда и Бородино. И если тьмы тевтонцев иль Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия, Сократ еще прекрасней и сильней. И в схватке с самой лютой войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герои в огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала, ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.